Всем привет, друзья! Меня зовут Маргарита Шипила. И я в этом видео покажу вам, сколько можно заработать в тренаре компании Jill Tour System, какие здесь есть вообще суммы и как вообще все работает. Значит, вот здесь я вам нарисовала, какие суммы вы можете здесь заработать. Вот это чистый доход с первого цикла, то есть тренары имеют свойство закрываться многократно. С первого цикла здесь можно заработать вот столько. Со всех последующих можно заработать вот столько. Теперь давайте посмотрим, как работает вообще тренар, как он заполняется. Значит, как только вы зайдете в систему, вы занимаете первое место в своем личном тренаре, смотря сколько модулей вы сразу занимаете. Если вы занимаете первый модуль, вы занимаете в одном модуле вот это место верхнее. И ваша задача сделать как минимум 3 приглашения активных таких же партнеров, как вы. То есть это задача для любого абсолютно партнера, который хочет прийти к вот таким суммам. Как заполняется тренар? Он может заполняться как вашими усилиями, то есть вы можете пригласить 3 партнера, либо пока вы приглашаете 3 партнеров, может вам сверху прийти перелив от вашего вышестоящего спонсора. Если вам попался активный спонсор, то за счет переливов от него могут приходить люди и занимать места в вашем тренаре. Это второй способ заполнения вашего тренара. И третий способ – это когда приглашают уже ваши люди. Вы пригласили человека, и он тоже начинает работать, приглашать людей. Заполняется ваша вторая линия. С первого уровня, с первой линии вы зарабатываете 10% прибыли. Со второй линии вы зарабатываете 90% прибыли. В рублях вот они суммы. Смотрите сами, сколько будет ваша прибыль в каждом тренаре. Тренаров вообще 7 штук. Вот это вход в каждый тренар. Естественно, что вам не надо каждый раз платить из своего кармана вход. Вы только берете сумму из своего кармана на один вход. Дальше система вас будет продвигать по тренарам уже из заработанных средств. То есть, допустим, если вы зашли на первый тренар, купили его за 650 рублей, закрыли свой тренар, система из заработанных средств вам возьмет сумму на следующий тренар, вы можете забрать сразу средства, которые доступны на вывод, но система возьмет вам деньги для покупки второго тренара, активирует вам его, и вы уже можете приглашать на 2 тренара. Как только у вас закрывается 2 тренара, второй тренар, система вам автоматически купит третий тренар за вот эту сумму из заработанных средств, и вы уже можете приглашать на 3 тренара. Таким образом, повышая свои вот эти уровни, можно собирать свою команду уже не на низкий вход, а на более высокий, что ускоряет максимально продвижение и увеличивает ваши доходы, то есть сокращает вам время. После того, как тренар закрывается, система вам открывает новый на следующем уровне и автоматически открывает новый такой же пустой тренар, вот точно такой же, на том уровне, где у вас было закрытие. То есть вы можете снова получить с этого тренара доход, то есть многократно. И как я вот уже здесь вам говорила, что с первого цикла, первый цикл – это закрытие тренара первый раз, вы зарабатываете вот такую сумму. Со всех последующих циклов вы будете зарабатывать вот такую сумму. Все вот эти расчеты сделаны по курсу 65 долларов. То есть я взяла среднюю сумму и сделала вам расчеты для того, чтобы было проще считать. Вообще заработок в Jill Tour System в валюте доллар. Но чтобы вам было проще ориентироваться, я вам все пересчитала в рублевом эквиваленте. Ежегодная абонентская плата 780 рублей, то есть 65 рублей в месяц. Когда вы заходите в маркетинг, то к стоимости тренаров добавляется абонентская плата. Например, при входе на 650 рублей в первый тренар будет добавлена сумма 780 рублей. Это ежегодное обслуживание сайта. И в общей сложности сумма входа будет стоить 1430 рублей. То есть, чтобы зайти в маркетинг и начать зарабатывать, минимальный вход 1430 рублей. Если вы входите на 2 тренара, то
добавляем 2275 рублей плюс 780 рублей равно 2345 рублей вход на 2 тренара. На 3 тренара вход 6435, добавляем 780, значит вход на 3 тренара будет стоить 7215 рублей и так далее. То есть к вот этим входам надо будет добавить 780 рублей ежегодное абонентское обслуживание. Это берется один раз в год сумма. Итак, подведем итог. Для того, чтобы вам начать зарабатывать, вам надо пригласить 3 партнера, помочь этим партнерам точно так же выполнить свою программу минимум, и у вас будет автоматически запущена вот эта вся система. Вы будете переходить по тренарам на более высокие уровни, где доход более высокий. После третьего тренара, система вас автоматически переставит в бинар. Это еще более высокий доход. Бинар строят все команды, а не только вы лично. О том, как более выгодно зайти в маркетинг, для того, чтобы не брать из своего личного бюджета средства, я вам расскажу в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы следить за новостями. Всем пока!